Всем привет! Выбрались мы сегодня на рыбалку. Со мной Коля и Аркадий. Вот. Чего наловим, пока не знаем. Вышли, выставляемся и дербаним щуку. Как твои первые впечатления? Страшно. Страшно. Дальше будет еще страшнее. Вот, Колян, первый загар. Всем доброе утро. Да никто тебя не видит. Давай, мотай, вытаскивай. Сорона ушла. Напряга нету никакого. Может, сбила? Сбила, это живесная, рассорожка бойкая. Нет. Нет? Сейчас посмотрим. Фига вылетела. Ага, доброе утро, мне говорят. Вот, собираю два вида жерлиц у меня. Кто-то с флюрокарбоном заморачивается. Я на не заморачиваюсь. Если уж клюнет она, то она обязательно так клюнет. Купил эти терминаторы, блин. Вот так. Нифига не держится. Терминатор этот. О, так вот надо. Все. Опускаем. Промеряем. Где? Жерлица-то? Ну не знаю. Надеюсь, что поработает. Видишь, что даже соскочило. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Пока затяну. Видишь, что, блядь, все выпадает, блядь. Сейчас разбухнет, может, да, получше будет. Терминатор, блин. Рожка. Ну, 8 начнет клевать. В 9. Она любит в 9. Сдохла, что ли, уже? Барыня поспать любит. Вот у меня загар. Я только что мимо не пошел. Ну, а шуганули, может, и все? О, крутит потихонечку. О, вырвал изо рта. Да? Угу. Она его обсасывала. Да, поторопился. А? Кило, да нет, кило, ты что, откуда? 500 грамм, 700. Моряка поймал, Колян. Погоди. Довольный, как довольный, четвертая, ага. Поклевка. О. Пошла крутить. Вот она и схватила, и потом живца переворачивает. Травил еще немножко ей. О, еще одна стрельнула. О! О, есть. Есть. Иди, сам проверяй. Есть одна.
А? Ну, вторая сработка. Так, тихонько подходим. Вот, короче, вот так ей даем слабину и смотрим. Вроде есть. Чешется, да? Пусть развернет. Сейчас начнет матывать. Мелкая. Шнурки. И тихонько подтягиваешь. Тяжесть только почувствовал. Чик. И подсекаешь. Давай, пробуй. Вот Аркадий пытается свою первую щуку добыть. Не-не-не, всю бери жерлицу в руку. А, да-да-да. И леску перехватывай. Чувствуешь тяжесть? Все, ставь в сторону эту. Есть. Сошла? Есть. Вот, все, жерлицу бросай. Давай. И тихонько в конце. Вот она. О, хорошая. Все. Вот. Вот счастливый человек, отходи. Первая щука. Взял, ага, хорошенькая. А такая же, как у тебя. Что, сошла? А? Крутится, как вырвало. Слишком коротко сделал. Ну, такую же поймали только что. Та же самая сработала. Маленький карандашик. Иди давай, жи. Давай нам мамку неси. Вот сработала жерлица Петрова. Что ты нам скажешь, подруга? Есть? Ага, хороша. О, нормально. Такая же, ага. Вот, красавица. Ну-ка, повезет. Шнурка вытащить или не повезет? Там килограмм на 5 там было. Есть? Вот такая. Он живет. Там килограмм на 5. Блядь, вот такая нахуй. Ага. Вот такая была. Хорошо. Я в первый раз в лунку не завел, она как дала жару. Ага, понял. Опять сработка. Ждем, что там есть. Подождем. Мне кажется, сразу не надо ее крутить. Тихо. Там она. Она хватает сначала и потом начинает разворачивать, чтобы проглотить. Сейчас чувствую пусто. Ладно, попробуем на удачу. Вот так, короче, в сторону отставляешь ее и начинаешь. Ага. А? Содрало. Не надо, так. Я тоже думаю не ждать. Укалывается и бросает, да? Вот есть. Вот это хорошее.
Ага. Ах, молодец! Вот такая красотка. Горит! Гори, гори, моя звезда! Есть. О, хороша. Вот, да. Нормально. Вот. Там наши щучки. Там еще две валяются. Вот такое озерко. Колян там пытается над лункой нильского этого крокодила добыть, а мы решили чай попить. Наливай, Арка, чай. Да кого мотает? Есть? Хорошая. Идет. Ну пока стандарт. Желта выплюнула. Да, я видел. Да, такая стандартная. Какая же там? Ага. Нарвал, рулит. Ну, давай, тягай. Третий раз уже от меня убегает. Ну такая хороша. Угу. Ну, полторашка. Душка? Не, душки нет. Только выставился и сработка. Под самой лункой сошла, хорошая. Ну как, килограммчик? А, шнурок. Есть, мелкая. Ну как, нормально? Ну, нормально это. Съедобная? Съедобная, да. Это мы просто сейчас сюда все пришли и начали ее это... Шугать, да? Дразнить. Может быть. О, у Калина сколько? А у нас всего 5. Он сегодня на... Мимо! А-а-а!
А, у меня там. Бежим, бежим. Опа. Сошла. Не, она тут с краю. Да? В пиявках полностью. Что это, грузиком? Горит. Вон, прямо. На одну и ту же жерлицу второй загар. Да. Вот Колян наколбасил. Сколько у него? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 штук. 17 штук. Маленькая удача. Ага. Потихонечку надергали дедушке, бабушке и себе. А больше его не возьмем на рыбалку, да и все. Я не виноватый. А просто не возьмем и все. Вот и все. А мне больше не надо. Я душу отвел. Всего доброго. Магазин, блядь. Не знаю. Да. Всем привет. Мы на рыбалке. Озеро Егорьевское. Вот Коля. С нами Аркадий. 21. Вот. Ты подожди, это начальное видео, блядь. 21.